Да-да. Хайо, братва, сегодня мы будем в дуэли с нехорошим про. Ну, короче, вы знаете, что кто выиграет, я, конечно, выиграю. Ну да, все, поехали. Да, конечно, играем. Сейчас опираюсь. О, а вот пугай. Как будем убить? Так, сейчас надо узнать, где ты. А, я уже тебя вижу. Блин, я хотел тебе в голову дать. Ну, блин, как, я ж тебе выстрелил. Это скилл, парень. Да не, я ж попробую. Надо будет посмотреть до повторения. Я просто читер просто. Да. Жесткий. Все, теперь вблизь надо идти, чтобы он меня не убил. Не, я понял, надо закрыть играть. А ВП бери. Да не, я не хочу. Я с ВП проиграю. Не, давай сейчас не надо убивать. Так не сейчас. Понятно, скилл ВП. Ну а что ты думал? 3-1. Сейчас, блин, 7-1. Ты мне подаешься. Ты что, вообще гонишь? Реально мне подаешь. Это ты хорошее имя. Да? А имя от бога. Скрим. Скрим. Да нет, ты скрим, ты чё, я в гвардии. Разве бы бомжей? Да разве лишь бомжей. О, кстати, сегодня, если хотите, мы будем с пацанами играть на скины. И мы можем записать, как мы будем играть. Как мы будем лапу просто... Не, окей. Так. Это случайно стрим. Не. Блин. Это скилл. Это чит. Кстати, ты прикинь, чел, короче, 20-летний, я смотрел видео на ютубе, там чел, он школьника типа поймал, типа говорит, давай на нож сыграем. Он типа согласился, и тот, короче, написал, что, ну, понял, школьник играл с читами, и тот ему чувак написал, я тебе, короче, сейчас заблокирую, типа, если, потому что ты играл с читами, и он ему просто так отдал нож. Да? Да, просто так. Говорит, пожалуйста, не надо, я хочу играть в КС. Ну, да давай так же сам разводить. Не, ну это надо школьника такого, типа, порыва. Давай, финчик. Ну, как я сказал? Блин, я думал, я в голову попал. Он такой звучок понял был, как в голову набегло. Ну, ты мне раз в голову попал. Ну, вообще-то с калаша в голову это ваншот. Че, звука тебе приписать? Да, звука, сама тут. Ну блин, ну это же оружие ваншотеров. А блин, не могу тебя споймать. Ну как, я ж тебе в голову нацелился. Блин, о, да. 92 хп. Вот это я тебе сама что приписал. Две игры играем. Сколько тут раундов? А, тут нормальный раунд. Еще два. Сыграем две игры. Ну. Я знаю, куда ты будешь. Смотри, сейчас в ВК припишу. Два патрона. 17, 3.
как это попадается? Как я опозорилась? Даже вас отгадали. Такому могу проиграть. Ну правда, у него звание раза в 4 больше, чем у меня. Ну ничего страшного. Ну как? Ну блин, я ж не попал. Сколько хп? 75. Еще одну? Еще, да, давай, только я за тебя руки попробую. Давай. Все, поехали. Давай один. Давай наверху, в сторону битвы. Я хотел присесть и взять это. А ВП? Я бы так хотел пистолет взять. Лучок. Я бы злачка тебе жопу натянул бы. Смотри, сейчас один юз все сделает. Я тебе хоть 100 доснес? Да. А я тебе? Угу. Очень много. 14 хп оставил. Блин, ребятки, у меня звание Сильвер, конченый Сильвер. А у него звание Калаш с винтами. Ну, так ты был тоже Калашом? Ну да, я раньше был до новой системы звание Калашом, а он был Беркутом. Ну блин, чё я не пострелил голову? Изи. Хочешь 8-0? Нет, не хочу 8-0. Я хочу 8-0. Смотри, давай если 8-0, ты мне дашь свой по 250. А? Не, братан, так не пойдет. Как? Как так жестко можно играть? Я, конечно, не стримишь эту стену, чтобы меня обсирали так по-жесткому. Как ты это делаешь? А, вот ты. Или зря я на матрице руки. Ну, сам ты такой, сам ты не можешь наружу. Чё, Ваня, дать тебе с локтя? Тебя банят? С локтя. Нужно будет снять, как Ваня с локтя бьёт. Смотри. Батька просто боялся тебя пристрелить, думал, что ты плакать будешь. Всё, это нам надо. Смотри. Смотри сейчас, какой фаншот, просто. Все, это пацаны, это 8-6. Я это просто плохо ему. 8-6, да? Ты 6 убийств, а я 8. Я скоро убийств. А, скиди на лапу. Изи. Я изи? Ну, конечно. Ну, кстати, ребятки, у тех пацанов, с которыми мы будем брать скины, у них звание всех Беркут. Смотри. Вау. 8 хп. Хорош. 4 хп, на ВП поймем. Да, наверное. Ну, давай. 35 сейчас будет богов. А мы играем на скину, ты знаешь? Ты ничего не хилил, братюк? Да? Стой, я еще не вылез. А то? Раз, два, три.
есть? Ну, так себе вопрос. Чтобы по себе ведешь. По моему рубину, мы не видим. Я видел, что ты сидишь просто. Я думал, у меня залагало. Не стрелял. Все, еще раз наверх. Стой, да, я поднимусь. Стой, раз. Два, три. Три. Голову, красавчик. Какая изи. Ну, блин, сравни свое звание и мое. Ну, ладно. Ну, ладно, ребятки, короче. Я проиграл, но надеюсь, в следующий раз я его выиграю. Все, всем пока, с вами был Барала. Yeah.